По мнению главы региона, реализация проекта внесет большой вклад в развитие селекции в Краснодарском крае. Я надеюсь, что у нас будут не только отечественные семена, но семена высокого мирового уровня. Вот сегодня это очень важно и необходимо для того, чтобы мы устойчиво могли заявлять о том, что у нас кубанская кукуруза, и она высокого качества. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня сможем их, благодаря совместному с вами проекту, получать на территории края. Мы остановили свой выбор на Краснодарском крае, потому что то отношение, которое мы встретили со стороны администрации Краснодарского края, позволило нам принять решение и однозначное решение, что мы будем инвестировать в мощности именно в Краснодарском крае. Вот, поэтому я надеюсь, что этот проект будет успешным. Стоимость проекта 25 миллионов евро. По мнению губернатора Кубани, открытие завода станет существенным шагом в развитии аграрной составляющей муниципалитета.